Я уже смотрела этот фильм. Ладно, а как насчет нового сезона? Да, Аиша, даже самый новый сезон. Ладно. Честно говоря, я даже не знаю. Наверное, я больше не попрошу у тебя рекомендаций. Блин, ребенок не перестает плакать. Кстати, ты говорила с Итаном? Нет, я не говорила с Итаном весь день. Я пыталась дозвониться до него, но он не отвечал. Все в порядке? Да, он просто занят. Сегодня у него была важная встреча. Так что я просто позвоню ему еще раз утром. Кстати, об Итане. Он звонит. Ты можешь перезвонить мне минут через 10? Хорошо, милая. Ладно, пока. Эй, извини, что звоню так поздно. Ничего страшного. Я жду всего 4 часа. Значит, ты скучала по мне? Не льсти себе. Нет, не беспокойся об этом. Я просто смотрела несколько случайных видео на ютубе, пока мне не стало очень скучно. А потом Аиша составила мне компанию, пока ты не позвонил. Ну, для этого и существуют сестры, верно? Ну да. Как прошла твоя встреча? Да, все прошло хорошо. Как погода в Лондоне? Холодно. Там с тобой кто-нибудь есть? Что? Занавес шевельнулся. Должно быть, это ветер. Окей, ты прав. Я действительно скучаю по тебе. Мне нужно тебе кое-что показать. Что? Я пошлю тебе это прямо сейчас. Просто взгляни. Что это такое? Извини. Мне так жаль, Нора. У меня не было выбора. Что происходит? Кто-то прислал это мне, а теперь я посылаю тебе. Ты должна передать это кому-то, кого любишь. Это должен быть кто-то, кого ты любишь. Итан, ты меня пугаешь. Ее предала собственная семья. Это было очень давно. Они сделали с ней что-то ужасное. Она сделает тебе больно. Я всегда любил тебя. Я знаю, что ты меня не простишь. Но все, что тебе нужно сделать, передать это кому-то, кого ты любишь, прежде чем она. Итан? Алло? Итан?
Черт возьми. Эй, я просто звоню, чтобы спросить тебя. Нора, что происходит? Аиша, помоги мне, пожалуйста. Детка, что случилось? Что ты мне только что прислала? Прости. Передай это